Улица Клубничная – один из самых проблемных участков в центре Сочи. В основном расположены здесь шикарные особняки. Дорогой фасад, сады во дворах, серьезная охрана. Все сделано для удобства жильцов. Сэкономили, похоже, только на одном – на канализации. И, похоже, стоки, стекающие в море, не нарушают комфортной жизни хозяев за высокими заборами. Между тем, ситуация критическая. На протяжении всей Клубничной водоотведение сделано у единиц. На контакт большинство идет неохотно. Понимают, что у них не все так гладко, как может показаться с первого взгляда на ухоженные красивые дома. О понимании об ответственности перед обществом речи и вовсе не идет. Некоторые поставили локальные очистные для отвода глаз, но стоки все равно сливают на рельеф. А есть и такие, кто просто вывел трубу от своего дома прямо на дорогу, и неочищенные фекалии реками текут по Клубничной. По закону даже отсутствие договора на обслуживание лосса уже достаточно, чтобы отключить дом от холодной воды. В отношении же жителей Клубничной власти города пошли на жесткие меры. Заварили колодцы, чтобы лишить возможности самостоятельно подключиться к водоснабжению. Будет произведено отключение, значит, домовладение, будут закупорены и ливнеотводы, и, соответственно, применены административные воздействия. То есть путем сначала штрафов, а потом уже, в случае, если мы посчитаем ущерб, нанесенный экологии, значит, ну и уголовная ответственность. Принимать крайние меры собственники вынуждают сами, ведь им во многом идут навстречу. Технические условия и проекты выдают бесплатно. Более того, центральную канализацию, к которой частные дома могут беспрепятственно подключиться, в районе проложили еще несколько лет назад. Когда проведены такие мероприятия, когда построена распределительная канализационная сеть вот здесь, вот на Мамайке, на Бочаровом ручье, наверное, негоже просто плевать на все то, что было сделано. Та работа, которой мы сейчас занимаемся, она очень важна для здоровья людей. Здоровье местных жителей, здоровье людей, которые к нам приезжают. Такое отношение к природе и собственному городу бьет не только по жителям, но и по престижу Сочи как курорта. А туристическая сфера по-прежнему для города одна из основных финансовых составляющих. Впереди летний сезон, к морю приедут тысячи туристов. И не только из России. Это хорошо понимают многие небезразличные местные жители. Мы думаем, что стоки были еще в худшем состоянии, чем теперь. Но теперешнее состояние требует улучшения. Вот так коротко скажу. Еще идеального состояния стоков нету. Я считаю, это проблема всех. Не только. Я не могу сказать, что за это только должен отвечать там водоканал или кто за этот. Я считаю, что каждый должен с себя начинать. На сегодняшний день Сочи стал уже столицей, спортивной мировой столицей. И ни в коем случае не должно быть море грязным. В ходе только одного воскресного рейда от воды и незаконных врезок отключили 6 многоквартирных и 15 частных домов. Всего же с начала года уже было проверено 7000 объектов. Из них почти половина сбрасывает стоки на рельеф либо в ливневке. И всего около 2000 подали заявки на получение этих условий. Работа будет продолжена и продолжена в усиленном режиме. Комиссия постучится в каждый дом, и все нарушители будут обязательно наказаны. Ольга Десятова, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.